Всем привет, дорогие друзья, с вами Локи, мы продолжаем играть в State of Decay. И сейчас мы находимся с вами в новом городе. Вот здесь, вот в самом низу карты. И у нас есть пару заданий. Задание Low Town и задание вот найти и помочь выжившему другу. Я думаю, сейчас как раз мы туда и поедем. Попробуем помочь. Потому что помощь в таком мире необходима. Ну, хотя, если как в прошлой серии нам нужно будет помочь отрубить просто кому-то голову, то это будет еще лучше. Целая орда зомбарей. Я думаю, пора поднабрать скорости и влупить как следует. Отлично. Орда убита. Так, мы едем в правильном направлении. Через этот мостик, соединяющий две части города. И сейчас странник попал в неприятности. Значит, три поворота на четвертом, где скопление машин мы поворачиваем. Окей. Так, первый. Второй. Где скопление машин? Тут? Нет, на следующем повороте. Предлагаю потихонечку ехать. Возможно, они нас не запалят. Запалили. Ну ладно, твари. Ну так вот. Вот этот вот завод мне все-таки интересен. Что же это такое? Я думаю, туда стоит сходить. А нам нужно, раз к нему тут вон какой-то вагончик. Также есть огромный супермаркет. Так, если я не ошибаюсь, мы едем правильно, да. Так, где-то у этого дома выживший. Ну что ж, давайте аккуратненько подъедем и посмотрим. Странник в беде. Shit, man, I told you this was a mistake. Jack should have known better than to go off alone. You want to go home? I didn't say that. Just, you should have known better is all. Heads up, we got a visitor. Шериф. Так, не переживайте, ребят, я вам все заколочу. Дверь у вас была закрыта. Здорово, вы кто такие? Guess we bit off a little more than we could chew. Don't suppose you'd be willing to give us a hand? I'm on it. We appreciate it. Last we heard from him, Jack should be somewhere in this vicinity. Let's get looking. Нам нужно осмотреться. Так, далеко ли это от нас? Через дорогу. Соседние дома, окей. Я отсюда-то смогу дверь хотя бы открыть. Да. Let's go, ребят, let's go. Только давайте без приключений. Как говорю я, так и делаем.
Зайдем сначала сюда, в строящийся дом. Посмотрим. Так, это кто такой? Ага, мы нашли еще одного их друга. How did you even find me anyway? We had a little help. I don't know what to say. I'm not sure I would have survived out here on my own. Well, go ahead, lead the way. Let's move. Так. Так, ребят, давайте вы как-нибудь дадите мне пройти. Идиоты. Там орда. Пора линять. У нас в джипе, я надеюсь, все влезут. Да, все трое. Так, аккуратненько. Давайте, let's go. В машину быстро, быстро, быстро. Ну что, орда, повеселимся? Неплохо так. А нам надо здесь сделать какую-то зону для выживших, как я понимаю. Так, давайте посмотрим, что можно построить. Maybe not. I don't think so. Should save this till I need an energy boost. Let's set up camp here. That's not a building. Are you suggesting we start camping under the stars? Uh-uh. Так, нам надо здесь осмотреться. Heads up, we got zombie activity at 3 o'clock. Так, вот тут где-то что-то лежит. Ага, нам пока вот сюда надо. Ну ладно, давайте, погнали. Так, а может все-таки построить что-то можем? This looks like the sort of place that would make a good home. That's not a building. Are you suggesting we start camping under the stars? Nope. Так, окей, ребят, давайте. Знаете как, сначала мы все-таки доедем сюда, вот до дома, где-то здесь. Вот этот, что ли? Так.
а потом попробуем сделать там свою базу. И после этого поедем по заданию. Блин, конечно, много-много всего здесь интересного. Мы едем в машине с тремя мужиками. Ого! Нифига себе. Какой-то музей, что ли. Тоже довольно интересное местечко. Правильно вроде едем, да? И вот здесь надо сейчас смотреть аккуратно, чтобы не пропустить тот дом, который мы нашли в Орда. Searching this garage for some gas for the generators, and I heard some of those cops from the courthouse start coming up the street. I mean, I don't know. Maybe they would have left me alone. But I heard. Давайте-ка, ребят, переберемся в машину более такую. And of course, what happens? I land right in the middle of a goddamn horde. You're kidding me. I managed to get clear, but they were right on my ass, and I was low on ammo. All I could do was hole up in an empty house and hope that they got bored. А, на миссии, видите, мы не можем сделать это своим домом. Ну ладно, давайте, погнали. Я надеюсь, сейчас все в двери сядут. Да, хотя бы здесь они не настолько тупы. Ладно, едем тогда по заданию. Куда нам там надо-то? Опять Орда. Неплохо так. Черт. Тут вот через заправку сможем выехать. Ох ты, перевернутый автобус. Уже второй мы видим перевернутый автобус. Он вон прям с горы летел, по ходу дела. Пробил заграждение и упал посередине дороги. Выживших, как я понимаю, не осталось. Так, а нам дальше, нам вот сюда. Пока что можно выключить лампу. Нам вот куда-то сюда, на завод. Или что это, склады какие-то. Давайте заезжаем. Мельница. That's our place. Thanks again for all the help. Why don't you come inside? Least we can do is feed you. Спасибо, что помогла нам. Quinn, oh thank God. If you ever do something that incredibly stupid again, I will kill you. Okay? Hi, Becca. Don't you hi Becca me with your aw shuck small town charm? I can't believe you. We need to stay close to home. Jack could have died out there. I couldn't risk that. No, you just risked everything we have by leaving this place undefended. But I'm glad you're home safe. Well, you can thank our friend here for that. We'd have been in real trouble otherwise. Okay, I admit it. I'm impressed. You happy? I just saw that truck again. I think they're watching us. Any idea who they are? No, but they're none of the people we usually trade with. Hey, don't sweat it. If they try anything, I'll protect you. Dude, I can protect myself just fine. Okay then. Well, you can protect me too. I'm not proud. So, how would you go about building this? Yeah, you do it this way and you'll save a ton of time. We could use your advice on construction. Lily said you guys aren't actually building anything right now. We've got some construction problems. No
Так, что мы можем построить здесь? Lily said you guys aren't actually building anything right now. Need something? Так, а что тогда мы можем здесь построить? Допустим, аутпост, к примеру, можем? That's not a good idea. Maybe not. This looks like the sort of place that would make a good home. That's not a building. Are you suggesting we start camping under the stars? Okay. We could use your advice on construction. Happy to help. I'll talk to Lily. Lily said you guys aren't actually building anything right now. Ну ладно, построить, значит, мы здесь ничего не можем. Давайте смотреть, куда нам можно поехать. Вот сюда, да? Кто-то попал в беду из наших. И у нас, мне кажется, ресурсов. Очень мало ресурсов. Медицины нету. Надо ехать за медициной. Медицина. Где медицина? Может быть, где-то здесь есть. Но тут мы ничего не осмотрели. Так, хорошо, давайте тогда поедем дальше. Будем возвращаться поближе к нашему лагерю. Где наша машина-то? Что-то я не понял. А, вот она. Давай, погнали. Пока что мы что-то ничего не можем построить. Ну, что поделать, значит, так надо. Сейчас нужно добывать ресурсы, медицины. Вот здесь вот нам надо по полям ехать. Я надеюсь, тут никаких автобусов перевернутых не будет валяться. Было бы интереснее, конечно, наверное, если бы здесь не было карты. И когда ты едешь и не знаешь, что же тебя ждет. Так. Ну, плюс какие-то ресурсы-то мы принесем домой. Где мы выехали? Так, нам надо направо сейчас, да? Так, аккуратненько. Ой-ой-ой. А, ну у нас все равно сейчас места-то нету осматривать, потому что у нас мешок за спиной. И, следовательно, мы все равно ничего не сможем унести. Но зато мы сможем навернуть целую партейку Орды. Так, что у нас здесь? Кто-то в этом доме. Кто это у нас тут? Hey, over here. We could use a hand clearing the area. Let's go. Let's move. Давай осматривать, что тут есть. Тут ни черта нет. Тут тоже ничего нет. Так, и тут пусто.
Остается только эта комната. Confirmed. We're Zed free here. Дом чист. Так, давайте-ка. Looks like a good spot for an outpost. Really? Are you sure? Yeah. Tell the gang we're building an outpost here. Так, еще один аутпост готов. Ну а теперь можно отправляться поближе к дому. Хотя нам надо осмотреть еще вот этот дом. Нифига себе их понабежало. Ах вы твари! Ах ты зараза! Заглохни! Фух! Да. Серьезные проблемы. И зомби на этом не заканчиваются. Давайте, твари. Готов. Yes. Так, кто тут еще бежит? Да сколько ж вас? Это конец. Фух. Нет, походу где-то еще есть. Все, друзья, мы зачистили этот дом. Так, она побежала домой. А мы давайте посмотрим, что здесь можно. We've got some construction problems. Yeah, do it this way and you'll save a ton of time. Lily said you guys aren't actually building anything right now. Need to push back the zombies first. Так, окей. Тут нам. I think we ought to move our base down here. Does it have a good wall around it? Like a defensible perimeter? Well, no.
Not exactly. Ладно, ребят, давайте-ка возвращаться домой. Это была лютая бойня. Там мы сможем добыть еды. I'm almost home. Got anything good? I'll show you when I get there. Фух. Да, друзья, очень интересная игра. Мне с каждым разом она нравится все больше и больше. Вернулись мы наконец-таки домой. Is Eli? I'm afraid so. Fought like hell, but there wasn't no recovery from his wounds. Oh. Was it, I mean, did he suffer? He was unconscious for most of it. He only woke up a couple of times. He mentioned you at the end. Thank you. Hi. Так, мы переключились за Джейкоба. Ну что ж, друзья, я думаю, на этом мы закончим. Надеюсь, вам понравилось. Оставляйте свои комментарии, советы, ставьте лайки, зовите друзей. С вами был Локи. Увидимся в следующих сериях. Пока-пока.